Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Як я анонсував, до речі, перед початком цієї передачі, в цій годині, в цій програмі будемо говорити про вчорашній саміт ГУАМ на рівні глав урядів Грузії, України, Азербайджану і Молдови. І, власне, будемо говорити про погляд Азербайджану на Україну. От в що, власне, Азербайджан хотів би вкладати гроші? Які сфери в Україні цікаві Азербайджану? Як взагалі живеться підприємцям? Як їм тут працюється? Як живе в Україні азербайджанська діаспора? І як взагалі дипломатія азербайджанська дивиться на нашу і політику, і економіку? Все це сьогодні будемо з'ясовувати в нашій передачі. Я із задоволенням вітаю гостя нашої студії. Це пан Азер Худієв, надзвичайний і повноважний посол Азербайджану в Україні. Господин посол, спасибо огромное, что нашли время и к нам пришли. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за приглашение на столь замечательную студию. Я думаю, что хоть и час поздний, но у вас в студии царит тут позитивная атмосфера. Дякую. Спасибо большое. Да. Я единственное, что напомню, 223-09-71, мы працюємо у прямому эфире. Будь ласка, активно долучайтеся до нашей дискуссии. Насколько я знаю, вот временный поверенный был где-то год, да, Азербайджана в Украине, посла не было длительное время, и вот буквально, ну, чуть-чуть еще времени, где-то полмесяца или месяц и полгода, как вы работаете послом Азербайджана. Как вам вообще Украина? Как работается? Не знаю, ощущения какие-то, если можно, пожалуйста. Ну, если честно. Да, конечно, честно. Я в Украине уже не первый раз. Первая моя загранкомандировка 2003 по 2005 год была в Украине. Вот я был еще тогда молодым дипломатом в качестве первого секретаря. Я учился в Украине, я закончил дипакадемию Украины при МЗС. Украина для меня не новая страна. Это очень замечательная страна, которую у нас в Азербайджане очень любят, очень уважают. Украина у нас традиционные, очень дружественные отношения. И во всех ветвях власти у нас всегда есть взаимопонимание. На политическом уровне очень высокий политический диалог между нашими лидерами. Всегда он был присущ. Вот. Ну, что касается экономики, это, конечно же, нет политики без экономики, и так же, как экономики без политики. Это две составляющие всегда идут в параллель. В Азербайджане на первом месте политика или экономика? Что в Украине складывается такое впечатление, что у нас на нулевом месте, даже выше, чем первое, политика, а экономика где-то порой на 12-м, на 10-м. Вот в чем проблема. Ну, сказать, что какое политика на первом или экономика на втором, я думаю, что у нас большое приоритетное значение политическая элита Азербайджана уделяет именно развитию страны, экономике. Ну, раз наше политическое руководство в приоритете держит экономику, наверное, это на первом месте. Да. Вот, потому что, вы знаете, богатая страна, это уважаемая страна, с ней все считаются, она интересна для всех. Многие, да, западные преуспевающие компании, мегакомпании, они хотят видеть себя в этой стране, чтобы заработать, что-то построить. Ну и поэтому надо, конечно же, развивать свою страну, развивать экономическую составляющую во всех сферах. Вы знаете, что, ну, это не секрет, а Азербайджан является нефтяной страной. Да, да. Многие, раньше это многие, сейчас многие знают, что Азербайджан это не просто нефтяная страна, это замечательная страна с 9 климатическими условиями, это большой туристический потенциал, это не развитие не нефтяного сектора, это развитие сельского хозяйства. Азербайджан сегодняшний день выпускает, ну, экспортирует более 47 стран продукции своей, в том числе и в Украину. Вот. Конечно же, это... Ну вот скажите, беженцы, проблема Карабаха. Мы, может, будем касаться еще этой ситуации, потому что у вас проблема Карабаха, у нас, видите, Донбасс. И тем не менее, смотришь на фотографии Баку, ну... Я не скажу, там Дубай отдыхает, да, но тем не менее, ну как-то же удалось, правда, сделать такую столицу, такой город. Да, вы правы. У нас есть очень плохое юридическое наследие, которое нам досталось после развала Советского Союза. Это в конце 80-х годов, как Карабахский конфликт. Вы знаете, он был спровоцирован сепаратизмом.
со стороны националистов армянских дашнаков. И мы столкнулись с этой бедой, с сепаратизмом в конце 80-х, в начале 90-х. Потом этот конфликт уже перерос в фазу, активную фазу военных действий. В результате со стороны Армении было оккупировано 20% наших территорий, исконных земель. Это сейчас эти переговоры уже более 25 лет ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ. В мирном русле. Мы, конечно, хотим, чтобы этот конфликт решился в мирном русле. Но есть у нас сложные моменты из-за деконструктивного подхода армянского руководства. И все время, когда приближаются стороны к каким-то соглашениям, к каким-то консенсусу, получается педалирование какое-то, что-то такое экспромтное, когда со стороны руководства Армении все время это срывается. Но мы очень надеемся, что мы... Такое впечатление, как кто-то подсказывает, да? Чтобы... Я понимаю, что не дипломату такие вопросы задавать, но я не дипломат, я свободный журналист в свободной стране. Поэтому если оно так экспромтом получается, то процессы можно сложные. Допускать, да? Это очень сложный процесс, конечно же. Это получилось так, еще раз говорю, сепаратизм – это беда. Да. Это очень сложные переговоры, сложные процессы. Мы четко, Азербайджан знает свою линию. Мы знаем, что хотим мы, как хотим мы. Международное сообщество все время поддерживает. Есть 4 резолюции Совета Безопасности ООН о безоговорочном освобождении оккупированных территорий. К большому сожалению, они сегодня, до сегодняшнего дня не имплементируются со стороны руководства Армении. Но мы очень надеемся, глубоко верим, что найдется в себе силы это руководство Армении, найдет в себе эти силы и пойдет на решение этого вопроса, конечно, в мирном. Мы не хотим его, хотя у Азербайджана есть право за собой, альтернативное решение, вплоть до военного по конституции. Да, мы имеем право на альтернативное решение, но мы вот все время надеемся и думаем, что решится в мирном русле. Я нагадаю нашим глядачам, 223-09-71, будь ласка, активно долучайтесь в нашей дискуссии. Саммит ГУАМ, который происходил вчера на уровне глав правительств государства, главная тема, такая линия, главная, это создание зоны свободной торговли. Тут у меня сразу как бы несколько к вам вопросов. Во-первых, реанимация ГУАМ, 20 лет уже существует ГУАМ, в этом году будет. И тут такой как бы новая волна, что ли, да, жизни и деятельности этой организации. Это первый как бы под вопрос. И под вопрос второй. Но вот зона свободной торговли есть же у Грузии, у Украины, у Молдовы с Европейским Союзом. У Азербайджана нет такого документа, да, о зоне свободной торговли. Вот этот вектор нам не помешает, скажем, зоне свободной торговли в рамках ГУАМ? Пожалуйста. Ну, что касается ваших слов реанимации ГУАМ, я чуть-чуть не согласен с этим термином. Почему? Потому что ГУАМ, вы знаете, это региональное. Оно было создано в 97 году. Кстати, саммит ГУАМ глав правительства именно по случаю 20-летия юбилея. Это первый в истории за 20 лет произошло, когда главы правительств встретились, обсудили спектр, такой, скажем, большой спектр вопросов, очень широкая гамма была обсуждена вопросов. Конечно, ключевым таким событием было, когда подписали документ о создании свободной торговой экономической зоны. Это очень ключевой документ. Он, я думаю, что в ближайшем будущем увидят эти страны, участницы ГУАМ, они увидят результат. Там и сквозные тарифы, и, конечно же... Почему я не согласен? Вы понимаете, ГУАМ, он, может быть, в течение там, последних 3-5 лет был не настолько активен. Но хотя я считаю, что деятельность ГУАМа, она была настолько, сколько она могла. На тот или иной момент. Потому что вы знаете уже, как в глобальном мире происходят такие геополитические процессы, где сейчас все не так идет, как всем хочется. Поэтому в свете этих глобализационных процессов и других процессов, тем более если учесть, что вот в 2013 году
украинцев, ну, в Украину тоже постучалась эта беда, сепаратизм, да. Конфликт. Немножко, конечно, Гуам в своем деятельности, в качестве чуть-чуть, наверное, он приостановился. Но реанимировать это очень сложно, такую большую организацию, потому что она многосторонняя. Она, вы знаете, приоритетное направление это развитие экономики, это транскоридоров, что имеет большое значение между государствами, это дает очень большой импульс для развития. Например, я вам скажу, сейчас Гуам будет очень актуальный, как организация региональная. Мы можем сказать, это международная организация, потому что сейчас Гуам плюс Япония. Вы знаете, скоро прибалтийские страны будут тоже, им интересно включиться в эту платформу. Вот, почему? Потому что страны, участницы Гуам через эти страны проходят сейчас строительство большого магистраля север-юг. Это с скандинавских стран через Балтику и до Индии. Через территорию, конечно же, Азербайджана, Ирана, Грузии и до Персидского залива Бандар-Аббас, где будет порт, там строится уже большой логистический. Я думаю, что он на 70% уже закончен. По Дарабасе ветка, железнодорожная ветка, Азербайджан уже выполнил свои обязательства за в течение полтора года. Уже у нас построена железная ветка, очень которая значима, это Астара-Решт. Сейчас наши партнеры, иранская сторона, они доканчивают свою обязанность, кусок ветки той. Я думаю, что скоро эта ветвь будет работать, до 2019-го планируется открытие. Для Украины тоже очень важен этот магистраль. Почему? Потому что с Украины, это для вас, конечно же, отрывок, это юг-восток будет. Потому что из Индии, с юга, когда будут через Азербайджан в Грузии, Черным морем, уже к вам. Это очень, это сэкономит 2 недели времени. Вы знаете, в логистике каждый день это очень большие деньги. И, конечно же, по экономическим дивидендам это даст хорошие результаты. В другом качестве Гуам. Опять-таки, участницы. Самое главное, вот это страны, которые для друг друга привлекательны. У нас, да, магистрали, у нас есть взаимопонимание, есть очень много документов, которые подписаны в рамках ГУАМ о взаимопомощи, о специальных стандартах, применяемых друг к другу, льготных тарифов, это все есть. И это очень сильно помогает для развития экономики. Вы знаете, что для развития экономики артерии считается логистика, магистраль. А это очень важно. Это и есть прохождение вот через ГУАМ-платформу. Вот. С другой стороны, мы, Азербайджан, вы знаете, у нас очень амбициозные проекты со стороны на Южном Кавказе. Азербайджан является, как сказать, локомотивом. Флагманом, да. Таких мега-проектов. У нас сейчас заканчивается в этом году такая амбициозная программа, проект, как Баку-Тбилиси-Гарс. Это железная дорога, она в этом году заканчивается, уже наш вице-премьер объявил об этом, строительство заканчивается, уже к завершению стадии. Значит, ожидается в год более 1 миллиона пассажиров перевозку с Средней Азии и Кавказа в Европу, через Турцию и дальше в Европу. Более десятки миллион тонн грузооборота. Это очень большие экономические дивиденды, как для Азербайджана, так и для стран наших партнеров. Господин Васлов, смотрите, 9 климатических зон, сельское хозяйство, климат подходящий, нефть. Ну, нефть. Нефть это... Не мы же с вами придумали, что это черное золото. А что интересно в Украине, вот, Азербайджану? Вот я знаю, была, ну, просто топ-тема. Вы знаете, а вы-то прекрасно знаете, проблемы были у завода Антонова, да, украинского. И именно Азербайджан купил 10 самолетов, и это серьезное было просто вложение, ну, сильно, мега-вложение. Вот в таком направлении, ну, вот, самолетостроение. А что еще, вот, интересно? Пожалуйста. Да, действительно, вы правильно отметили. У нас был такой контракт, очень весомый контракт на хорошую сумму. Азербайджан подписал этот контракт, значит, на поставки 10 Антонов 179, по-моему. Антонов 178, это огромный
транспортные самолеты. Два из них уже готовы. Я думаю, на днях будет перелет. Сейчас специально ведутся процессы. Восемь из них по обязательству украинской стороны будут поставлены. Но параллельно с этими украинская сторона, у нас есть договоренность. Наверное, вы знаете, в Азербайджане тоже развивается авиастроение. И мы уже построили авиазавод. На нашем азербайджанском авиазаводе будут укомплектоваться детали, которые будут отправляться с Украины в Азербайджан для укомплектовки. То есть помимо этих 10 самолетов, мы также подписали договор о совместном производстве самолетов. То есть будут выпускаться детали здесь, а комплектация будет производиться в Азербайджане. Это тоже очень сильная, как сказать, сильная экономическая завязка именно в области авиастроения. Тем самым мы не только собираем, комплектуем. Вы знаете, генеральный конструктор Антонов, он переехал в Азербайджан. Да, вот это же я хотел дальше уже, да, продолжить. Он поднимает наше авиастроение. Да. Я думаю, что у нас будет в ближайшие десятилетия, там, ну, в ближайшие годы, я вот надеюсь, что будет у нас большой опыт накопиться именно в авиастроении. Если у страны есть авиакосмическое строение, эта страна лидер считается. Мы хотим на Кавказе быть абсолютным страной-лидером. Поэтому развиваем все свои отрасли на высшем уровне. Извините, опять же, за такой пассаж, но тем не менее. Вот самолеты купили, да, но и себе строите, правда? Да, детали, но вы и себе это делаете. Конструктор, которого знает, ну, я не знаю, не побоюсь, наверное, весь мир, он приехал к вам, а работал здесь. Да. Я не знаю, как отреагируете, но что-то тут как-то вот неправильно, наверное, оно происходит с точки зрения... Ну почему неправильно? Вот, нет, но с точки зрения Азербайджана правильно. Рыночное отношение, ему предложили более выгодные условия, и человек так переехал. Я же об этом и говорю. И все-таки Азербайджан, Украина — это стратегические партнеры. В наших отношениях может произойти все. И может лучший конструктор страны приехать, поделиться опытом. Конечно, это же для нас большая честь и гордость, когда такой конструктор, человек, конечно, личность, такой выдающийся личность с таким именем, с опытом, будет делиться именно нашим молодым конструктором и будет развивать нашу отрасль. С другой стороны, вы, конечно, знаете, что у нас есть очень большой весомый опыт в сфере энергетических диверсификации энергоресурсов, разработки шельфов, добычи нефти. Это мы еще с советских времен имели очень большой опыт. Все большие конструкторы, инженеры, добытчики нефти, они учились у нас в Азербайджанском нефтехимическом институте. Господин Павлов, я прошу прощения, у нас звонок есть, глядач. Прошу, пожалуйста. Доброй ночи. Доброй ночи. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь, я к дипломату обращаюсь, так, вы могли проанализировать так взгляд со стороны, не ведет ли вот эта глобализация к тому, что верхние слои населения, люди побогаче и понимающие, что нужно строить экономику своими деньгами, вдруг забывают о том, что есть люди пониже? У меня вопрос по вашему государству конкретно. Когда Советский Союз кончил свое существование, вы сумели проанализировать, насколько население у вас стало меньше, насколько это население стало богаче, насколько народ двинулся из вашей страны в другие страны зарабатывать деньги? И не потеряет ли вот эта вся наша планета свою идентичность? Мы поняли ваш вопрос. Спасибо огромнейшее. Глобализация и вот такой анализ. Господин посол, буквально две минутки. У нас сейчас маленькая рекламка. И потом вы ответите на этот вопрос, отреагируете на слова нашей зрительницы. Дочекайтесь, реклама будет не тривалою, а далі зустрінемось. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, пан Азер Худієв, надзвичайний повноважний посол Азербайджану в Україні, є нашим гостем. 223-09-71. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. Так от, вопрос по поводу глобалізації. Наскільки ви проаналізували, хто уїжджав, хто приїжджав, яка соціальна економічна ситуація? А тільки що в рекламі ви як сказали, да? Или ми строїмо страну, или нас розорвуть?
Хорошая, да? Прямо вот, ну, лозунг какой-то может быть. Вы знаете, отвечая на вопрос нашей уважаемой телезрительницы, я хотел бы сказать, что процесс глобализации, это он необратим. Это процесс унификации всей планеты. Все соединяется. Вы знаете, сейчас век информации, интернета. Если где-то что-то случается вообще на том свете, конце какой-то даже маленький, уже в этой полушарии за какие-то считанные минуты все это посредством интернета и всего передается. Люди уже знают быстрее. Информация летит как молния. Иногда информация так быстро, что никакое правительство не может реагировать на них, не успевает. Поэтому это сейчас все, это процесс унификации. Что касается после развала Советского Союза, этот процесс еще только-только начинался. Он, я думаю, что в свою активную фазу вошел где-то в середине 90-х. Это 96-е, 97-е. Вот он только начал свою активную. После развала Советского Союза, конечно, у многих республик были проблемы. И с демографической проблемой были, и финансов, и экономики многих стран пострадали. В результате, как сказать, неправильного управления советского правительства, советского руководства. Это было неумелое руководство, это были, я скажу, люди, которые уже не могли идти в ногу со временем. А вы знаете, в советское время были тенденции, которые даже молодежь хотела перемен, хотели новые, там, по-другому одеваться, по-другому жить хотели. Вот. Конечно же, после развала Советского Союза, после того, как перестало существовать на политической карте мира такое государство, как СССР, у многих стран появились проблемы, в том числе и у Азербайджана. Ну, конечно, Украине повезло больше, потому что не столкнулась с таким проблемой сепаратизмом, как Азербайджан. Ну, опять-таки, отмечаю, что прискорбно, очень жаль нам, что в дома украинцев тоже постучалась эта беда. Но мы очень глубоко верим, что она очень скоро разрешится в рамках территориальной целостности Украины и международных признанных границ. Конечно, мы анализировали, сколько человек у нас уехали. Социальное положение страны в 90-е годы были, и у кого из-за криминогенных, у кого из-за, исходя из экономических, социальных проблем, люди уезжали. Уезжали в близкие соседние страны. У нас население, часть населения небольшая, мигрировала, скажем, в Россию. У нас сейчас в России живет и работает, учится более миллиона человек. А в Украине сколько, если не секрет? По статистике 270 с чем-то. А не статистически, у нас где-то все время такая вот округляется эта сумма, как 500 тысяч. Вы извините, что я так вроде динамично, время просто все меньше и меньше. Вы встречаетесь с представителями диаспоры? Конечно, конечно. Это у нас... Как они живут, чем занимаются? Как предприниматели здесь себя чувствуют? Насколько они в своей тарелке, если хотите? Да. Ну, я вот назвал цифру. Многие, наверное, половина из них это уже громадяне Украины. Ну, это да. Это люди, которые в советское время еще учились или после службы остались. Они создали совместные семьи. Кстати, очень много здесь азербайджанцев, которые создали совместные семьи с украинками. Они являются хранителями очага, матерями, детьми. И поэтому у нас в Азербайджане тоже более 20 тысяч семей украинок. Я работал начальником отдела в МИДе СНГ. У меня эта статистика была в 2007-2008 году. Может, сейчас больше. Ну, все может быть, да. Да, конечно, у нас в стране тоже были, как и в других странах, трудные, сложные процессы, но мы смогли дисциплинарно это собрать, проанализировать, как мы можем остановить поток людей, ведь уходили не просто люди на заработки, уходили и были те люди, которые интеллигенция покидала страну. В стране было 90-е годы, это, вы знаете, у нас был конфликт с Арменией, оккупация наших земель. И поэтому, конечно, экономика не могла развиваться вовсю, как мы бы хотели. Поэтому были сложности, но мы вывернулись из этого положения. Да, и один человек сказал, или мы строим страну, или нас разорвут. То, что вы сказали в рекламе. Кто это сказал, господин посол? Это наш общенациональный лидер, ныне покойный Гидар Алиевич. Вот. Так все самое, извините уже за мой такой, ну,
стиль, да, но тем не менее, я, честно говоря, не особо помню лидеров страны, вот президентов, да, которых бы потом люди после Царства Небесной смерти, действительно, вот вы сказали, национальный лидер. Ну вот, как-то видно, вы знаете, был особенный человек, да? Конечно, нам повезло с нашим лидером, потому что, я думаю, в истории так у каждого народа, каждый народ — это история, это индивидуальность. Вы знаете, в истории каждого народа, я думаю, через 50-100 лет, вот когда бывают трудные моменты истории, период трудной истории, появляется такой лидер с лучшими качествами, который он выводит страну, государство из трудного сложившейся ситуации. В то время это нам повезло, что Гейдар Алиевич, вы знаете, у него был очень большой весомый опыт. Еще он работал в Политбюро. Да. Он был очень яркой личностью еще в управлении Политбюро. Нам повезло, что у него был очень хороший жизненный опыт, опыт правления государственности. И он приехал именно в Азербайджан в тот момент, когда наша нация нуждалась, наше государство. В таком человеке. Он, да? Гейдар Алиевич, он пытался сохранить государственность, он пытался сохранить на политической карте мира нашу страну. Вы знаете, нефть не всегда богатство этого народа, это еще и несчастье. Из-за этих энергоресурсов были интересы других стран. И они просили, ну, требовали, чтобы мы обеспечивали их интересы в нашей стране. Вот. И это было трудно, очень трудно. И поэтому только лишь его воля и мудрое политическое вот это правление, мышление, мудрое политическое мышление помогло вывести страну из такой кризисной ситуации. Господин посол, все меньше и меньше времени, и все ж таки я уже так коснулся этой темы. Какие сферы, какие отрасли интересны Азербайджану в Украине? Для нас приоритетные, мы уже определились с Украиной, для нас 5-6 приоритетных направлений. Вообще у нас очень много, но мы конкретизируем наши направления по 3, по 5, чтобы их развивать в конкретной области, чтобы мы добились хороших успехов. Не распыляться, скажем так, нет, да, больше вот концентрироваться. Это да? Концентрация, это мы в последние годы видим, что она приносит хорошие результаты и хорошие экономические дивиденды. Например, у нас, ну, вы знаете, как я отметил, мы нефтяная страна, мы имеем большой опыт. Нам интересно в Украине развивать и энергетический сектор. То есть не просто развивать, а модернизировать, как у нас это. Мы имеем в этом направлении большой опыт и готовы поделиться. Мы уже встречались и с господином Гройсманом. Наш был визит здесь до саммита ГУАМ. За неделю был визит нашего министра экономики с большой делегацией. Мы провели здесь хороший бизнес-форум. Около 50 компаний с Азербайджана холдингов приехали. Они познакомились с партнерами, наладили связи, интересованность друг друга в тех или иных проектах. У нас это диверсификация энергетики, взять как бы какую-то отрасль энергетическую и развивать, модернизировать. Вы знаете, у нас Сокар здесь очень хорошо работает уже. Второе — это сельское хозяйство. Вы имеете большой позитивный опыт в этом направлении. Мы хотим, чтобы ваш опыт мы переняли. Это у нас машиностроение, авиастроение, да? Вот, скажем, тяжелая металлургия. Это пищевые, легкая промышленность. Легкая промышленность. У нас это вагоностроение. Ну, это тоже к машиностроению, да, скажем, относится. У вас земля — это товар? Рынок земли есть в Азербайджане? Нет. Оно принадлежит государству, и мы ее даем в аренду. Вы даете в аренду? Да. Приватизация земель у нас пока не предусматривается. Нет, оно предусматривается, но пока разрабатывается схема, как это все отдать фермеру. Потому что землю там можем отдать, но если не будем ее дотировать, помогать техникой и другими дотациями, удобрениями, то все. У международных финансовых структур берете кредиты? Да, есть такой у нас опыт. Практика есть, существует, конечно. У нас план есть, как отдавать? Есть, конечно. Для того, чтобы его брать, до этого разрабатывается план отдачи. Вы знаете, под текст моих вопросов, да, я же спрашиваю вас, где-то соотнося с украинскими реалиями.
И по поводу земли, и по поводу кредитов. У нас, видите, не все однозначно в этих вопросах. Особенно касаемо земли. Вот. Я знаю, что у вас в Верховной Раде хотят сделать законопроект, провести законопроект для того, чтобы убрать мораторий на землю. Да, да. Ну, у вас-то земли ее много, у нас мало. Я знаю, что... Земля — это такое понятие, знаете, много-мало тут. Ну, вы знаете, землю тоже надо и ценить. Конечно. И у нас, даже если ее и много, правда? Да, у вас чернозем — это золото. У нас говорят, если ты не умеешь обрабатывать землю, не стоит ее охранять. Угу. Если не можешь ее охранять, эту землю, и не стоит ее оборонять. Вот так. То есть земля, она дается, но что с ней делать? Если нет удобрений, если нет техники надлежащей, ну и посеял человек, если он не может реализовать. Это все цикл. Этот цикл у нас очень четко выстроен. У нас Министерство сельского хозяйства очень сильно работает с международными институтами. И вот уже более 7 лет мы поднимаем наше сельское хозяйство. Господин посол, есть звонок у нас. Прошу его, будь ласка. Вечер добрый. Добрый вечер. У меня вопрос к господину послу. Ну, мне, насколько известно, нефть бывает разная. Нефть. Ну, фракции также. Вот у вашей нефти есть уникальная сорта, позволяющая использовать ее соединение для уникальных таких специфических характеристик, используемых в том числе и в авиапроме. Ну, там гидравлики. Вопрос в том, намерены ли вы вот делиться этими разработками, также охотно с Украиной, кроме, ну, как вот мы своими разработками с вами или нет? Ясно, да, понятен вопрос, пожалуйста. По поводу того, что нашей нефти в Азербайджане есть, у нашей нефти есть много качеств. Есть у нас месторождение, когда оттуда прямо добывается, вот он, по-моему, обрабатывается очень тонко. Угу. Это уже прямой авиакеросин. Вот так. Да, у нас есть нефть, месторождение нефти, Нафталан, такой регион. Эта нефть не поддается крекинговому процессу, она только в лечебных целях. Ну, еще в советских времен это была лечебная здравница до сих пор. Ну, а мы ее сейчас развили, там уже пятизвездочный резорт, и со всех концов мира едут у нас лечиться именно. Это нефтяные ванны. Ага. Да, это у нас есть, у нефти, конечно, много свойств. И у нас тоже нефть есть с разными свойствами. Что касается разработок, ну да, опыта в этом совместных разработок в Украине, конечно, и здесь тоже имеются месторождения нефти. Вы знаете, еще с советских времен были разработки. В этих разработках участвовали активно наши азербайджанские нефтяники. Мы согласны с этим, и мы всячески помогаем. Я вам еще более того скажу информацию, что 29 числа приезжают сюда, у нас будет комиссия совместной группы, энергетической группы. Угу. Приезжает наш замминистр энергетики, группа нефтяников и руководители СОКАР. Мы будем здесь обсуждать очень конкретные, интересные вопросы. Господин посол, 5 минут, не могу позволить себе не уточнить. У вас депутаты парламента на работу ходят? Я понимаю вашу реакцию, но извините уже за такой прямой вопрос. Ходят, да? Конечно, ходят. Коррупция есть в Азербайджане? А знаете, если я скажу, что... Ну, вы понимаете, уровень беру там нету, повыше, я, да? Нету, я слукавлю, да. Я понимаю. Конечно, у нас, как и во всех странах, есть признаки наличия коррупции, но мы очень сильно боремся с ней. А как у нас? У нас есть очень эффективно работающий комитет, антикоррупционный комитет, вот. Он очень сильно и эффективно работает. У нас, более того, у нас есть система ОСАН. Это как у вас легко, да? Вот, она очень такая эффективная. Люди не ходят никуда и не платят по маленьким, как сказать... они не могут давать взятки, потому что это все унифицировано и компьютеризирована система. Я уже несколько раз отправлял господин Луценко, генпрокурор. Да. Он был с визитом в Азербайджане месяц тому назад, и он был заинтересован посмотреть, ну, потому что эта система, она, ну, как минимум на 50% убирает коррупцию. То есть у нас... То есть когда чиновника просто да, вот, подальше, да? Получить права, это
15 минут. Вы их можете потерять, можете порвать или повредить. Приходите, оплачиваете эти 3 рубля, 3 монаты или 5 монат, сколько они стоят. В течение 15 минут вам ее дают. Там, я не знаю, сертификат о чем-то, БТИ, да, вот эти документы, ордер, там, форма 2. Это все делается в компьютерной системе. Там есть сотрудники молодые, волонтеры, они помогают. Это очень сильно, конечно же, нам помогает в борьбе с коррупцией. Это очень эффективная программа. Многие даже западные партнеры наши, они приходят, я вам без всяких говорю, они можете сами посмотреть в интернете. А некоторые иностранные общественные организации написали, что очень безаналоговая система построена в Азербайджане. Это очень помогает. Ну, а так... То есть поменьше надо вот этого контакта, правда? Конечно, конечно. Заказчик там или так, совершенно потребитель верно. И какой-то человек, который где-то захочет себе там что-то. Мы максимально постарались убрать зависимость, да? Гражданина от чиновника. Вот у вас президент такой, что политическая воля там ой-ой-ой. Садите в тюрьму, да, вот если взорвутся некоторые. Бывают ситуации, конечно, недобросовестные. Бывают и чиновники, бывают какие-то подчиновники. Конечно, с ними ведется борьба, пересекаются их неправомерные действия. Сажают, конечно, бывает, сажают. Бывает, лишают. 2 минуты у нас до конца, господин посол. Опять же, непростой вопрос, но, опять же, не могу я вам вот его не задать. У вас такое понятие в политикуме, как пятая колонна, существует? Это когда люди, вроде как, вы понимаете, да? Да, конечно. Смотрят куда-то не туда. То есть вот они не патриоты, да, они не видят своего будущего здесь. Они лечат своих детей где-то в Женеве, да, они имеют свои где-то в Монако дома, они живут семьями там. Ну, грубо говоря, в стране там народные депутаты, например, да. Ну, извините, какой этот патриотизм, да, какая отдача, да? Да, я знаю, о чем вы хотите сказать. Ну, я так дипломатично пытаюсь, да. Я опять-таки вам скажу без всяких лукавых. Очень коротко, да. Да, у нас люди есть, которых дети учатся за границей, например, но это не означает, что это не патриоты. В основном, я знаю, вы имеете в виду, это чиновники высшего, да, чина, которые... Ну да. У нас такого нет. У нас в стране и все... Деньги у них во франкфуртских банках, почему-то они в украинских. Ну, вы понимаете, я о чем. Нет, у нас в стране, знаете, очень красивый город, все регионы очень супер развиты, очень максимально мы развиваем регионы. Если надо отдохнуть кому-то, пожалуйста, может, ничем не хуже. Нету 9 климатов других странах. У нас и свой Монако, и свой Париж, и город красивый. Все отдыхают у нас. Ну, бывает кто-то куда-то. Но... Ну, то понятно, да. Господин посол, спасибо вам огромнейшее за то, что нашли время и пришли к нам на программу. Я дякую за активність, за увагу всім нашим глядачам. Пан Азер Худієв, надзвичайний повноважний посол Азербайджану в Україні, був нашим гостем. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Щиро дякую вам за увагу, за активність. Щасти нам усім і до зустрічі завтра.